Друзья, всем привет! В этом ролике сделаем классную самоделку своими руками из остатков профильной трубы. В магазине, кстати, такая штука стоит от 2000, ну а нам она обойдется примерно за 300 рублей. Профильная труба у меня 20 на 20, длина куска 30 сантиметров, прям то, что нужно. Сейчас разметим с одного края угол под 45 градусов и отрежем болгаркой. Следующие две заготовки будут по 40 сантиметров. Одна уже готова, а вторую также отрезаю. От края отступаю по 5 сантиметров и с помощью магнитных уголков выставляю заготовки и прихватываю сваркой. Еще нужно добавить одну направляющую по центру. Длина такая же, 30 сантиметров, и спил под 45 градусов. А центральная вставка делалась по месту. И все собираю в единую конструкцию. Когда проварил все швы, подвешиваю заготовку и быстро производим покраску с баллончика. Далее в бой идут три щетки. Это, наверное, единственное, на что я потратил денег. Обошлось в 240 рублей. Щетки заранее просверлил. Отверстия будут, выполнять функцию как направляющие для сверления профильной трубы. И потом закрепил все на саморезы с пресс-шайбой. Для красоты также добавил пару заглушек. И также по краям труб просверлил отверстия для крепления к полу. Такую приспособу я увидел в магазине. Цена ее была чуть больше 2000 рублей. Я посмотрел, покрутил в руках и подумал, зачем покупать, когда сделать можно самому и в разы дешевле. Сейчас зима, и заходя домой, мы отряхиваем ботинки от снега, либо веником, либо щеткой. Чтобы в дом как можно меньше нести снега на ботинках. От этого на полу лужи, влага, обувь дольше сохнет. А теперь, сделав такое приспособление, ботинки можно намного лучше очистить. Намного проще это делать, ведь порой, иногда, заходя в дом, в руках у тебя там пакеты с продуктами, какие-то вещи, и тебе совсем не до веника. А тут все просто и гениально. Приспособа очень удобна и проста, и смело могу всем рекомендовать сделать и себе. Напишите в комментах, друзья, что думаете вы, как вам такая самоделка.
Поставьте лайк, если видео было полезным. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.